прошлое уходит Великая Отечественная война, тем актуальнее и острее будет вставать проблема исторической памяти о ней. Сейчас кажется, что нынешние ветераны родились с мыслью, что им придется защищать родину. Но ведь в предвоенные годы они имели другие личные планы. Учились, работали и создавали семьи. Наши корреспонденты расскажут о ветеране, который в юном возрасте возложил на себя обязанности взрослых. Дмитрий Наумович Волченко родился в 1923 году в селе Ташла Оренбургской области. Уже с 5 класса он начал работать в поле с раннего утра и до позднего вечера. Ближе к 18 годам Дмитрия призвали в армию. В конце 1943 года молодых ребят посадили на поезд в Ташле и отправили в Башкирию. Там полгода учились стрельбе и другим военным навыкам. Все время пешком, не пешком. Там года-то... Молодые были? Да, молодые, все. И что там? Когда уже с Брест-Литовска на Поневеж, с Поневежа на Шауляй, из Шауляя, и все это пешком, только вот этот немец нас преграду сделает, мы выбьем ее. И опять. На войне было всякое, вспоминает ветеран. Попадали под обстрелы, приходилось бежать. А в августе 1944 года под Ригой солдат получил ранение. Пуля прошла через ухо и плечо. 3 месяца он пролежал в госпитале. Сейчас у ветерана 4 детей, 10 внуков и 13 правнуков, которые гордятся им. Это наша гордость, это наш пример, папочка наш. Потому что он, защитивший страну от фашизма, и открыл ворот в эту прекрасную жизни. Папа наш, дай Бог, что он жив, что он есть. И пускай он, родной наш человечек, долго живет. Живи, папа, долго-долго, не считай свои года. Пусть рада, счастье и тебе здоровье сопутствует всегда. К сожалению, все меньше и меньше остается среди ныне живущих тех, кто сражался за светлое будущее нашей Родины, за достойную жизнь своих детей, внуков и правнуков. Не забывайте ветеранов, ведь подвиг тех, кто защищал Отечество, нужно помнить и чтить. Олег Великий, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.